всем привет, ребят! Вы на канале Бью Пиксель, с вами, как всегда, Андрей. Сегодня мы снова рисуем Бравл Старс. И это будет Мортис, эмоджи, наклейка, смайлик и все в этом роде. Поэтому приступаем его скорее рисовать. Он у нас будет занимать 30 клеточек по горизонтали и 33 по вертикали. Поэтому мы, естественно, погнали. Берем черный фломастер сразу же. И примерно берем один листик клеточку. Тут я примерно пропускаю 12 клеточек. И на 13 клеточке ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клеток целых. И эти 8 клеточек, естественно, так вот закрашиваю. Так вот, круто. Да, кстати, ребята, сейчас впереди будет много крутых рисуночков идти. Обалденовских, просто крутотейших, которые заслуживают вашего уважения. Потому что там будет и аниме, и классное, вкусное, и да, и все в этом роде. Поэтому, ребята, ждите эти видосики. Да, кстати, Марвел будет, большие персонажи, все тоже в этом роде. Поэтому ждите этих рисуночков. Ладно, продолжаем дальше рисовать. Тут ставим 1, 2, 3, и тут так же самое 1, 2, 3, по 3 клеточки с каждой стороны, вот такой вот лесенкой ставим, и, естественно, мы закрашиваем. Вот так вот, тут закрасили, и тут, естественно, закрасили. Далее, ставим на низ 2 клеточки, 1, 2, тут, естественно, тоже 2 клеточки, закрашиваем, и теперь на низ еще пойдет 1, 2, вот так вот, и здесь тоже 2 клеточки, отличненько, супер, теперь добавляем здесь по одной клетке, здесь одна клетка, и здесь, естественно, пойдет вторая клетка, и на низ теперь пойдет целых 19 клеток, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, и с этой стороны тоже будет 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Все, вот эту вот часть закрашиваем, эти полосочки. Аккуратненько, да, ребята, если вдруг за мной не успеваете, то всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мною, естественно. Так, последнюю вот эту полосочку уже дорисовываем. Отличненько, суперски. Теперь мы добавляем здесь 1, 2, 3, 1, 2 и 3. Теперь здесь то же самое. 1, 2, 3, 1, 2 и 3. Тут мы добавляем сразу же 1, 2, 3, 4. Вот так вот. И здесь тоже 1, 2, 3, 4. Отлично, отлично, бро. Теперь далее мы делаем здесь. Что мы делаем? Здесь мы пропускаем 1, 2, 3, 4, 5. И на шестой клеточке ставим одну клетку. Вторую, третью, четвертую. 4 клеточки здесь должно быть идти у нас. Так, это есть. Теперь на низ у нас пойдет 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. Это тоже есть. И здесь мы ставим тоже 2 клеточки. Здесь добавляем одну и здесь вторую. И, естественно, повторяем такую же самую ухо и с этой стороны. Оно делается легко. Поехали. Тут 1, 2, 3, 4, 5. И на 6 ставим 1, 2, 3 и 4. Как бы тут все просто. Закрашиваем эту полосу. Тут добавляем 1, 2, 3, 4, 5. Просто 5 клеток. Тоже их, естественно, закрашиваем, и тут добавляем 2 клеточки на низ, тут добавляем одну и вторую, и просто пушечка, это есть. Теперь мы добавляем отсюда, так сказать, параллельно этому уху, тут где мы постоянно ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 клеточек на низ, вот так вот их закрашиваем, тут также само ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, чтобы далеко не отходить от косы, так это есть. Теперь мы добавляем на низ целых 5 клеток, 1, 2, 3, 4, 5, 5 клеточек здесь есть, и тут тоже 5 клеточек здесь ест, естественно. Так, отлично, отлично, отлично. Далее мы будем делать вот такую вот штучку. Ставим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 клеток, тут тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И тут, естественно, добавляем вот так вот 2 клеточки. Здесь добавляем и вот эту часть всю полностью вот этих клеточек закрашиваем. Как же без этого? Так, тут целых 2 идет у нас соединяющихся. Кстати, можно было просто 8 клеточек нарисовать, они бы идеально сошлись. Зачем я так замудрил? Ладно, ничего, нормально. Ничего, нормально. Так, это есть, это есть, и это тоже есть. Это есть. Так, далее, что мы делаем далее? Нам нужно дорисовать его челочку, так сказать. Его причелку. Мы добавляем здесь 2 клетки, 1, 2. И, естественно, как вы уже догадались, здесь тоже 2 клеточки. Далее, мы ставим здесь одну клетку. Здесь ставим тоже одну котлетку. Ой, клетку. Так, и наверх поставим 4 клеточки. 1, 2, 3, 4. Так, мы их закрашиваем здесь. Так, теперь здесь 1, 2, 3, 4. Отличненько. Тут добавляем 1, 2, 3. 3 клетки. Тут добавляем 1, 2, 3. Тоже 3 клетки. Отлично, отлично, бро. Тут добавляем всего лишь одну клетку. Тут добавляем всего лишь вторую клетку, тут добавляем всего лишь 2 клетки посередине, и вот так у нас уже выглядит более-менее, более-таки прикольненько. Так, что мы делаем далее? Мы ставим в бок отсюда, пропускаем одну клеточку, ставим тут 1,
2, 3, 4. 4 клетки. 4 клеточки здесь поставили, да? И что мы делаем далее? Тут ставим просто всего лишь 2 клетки. Тут добавляем всего лишь 1 клетку. Тут добавляем на низ еще 1 клетку. Тут еще 1 клетку. Тут теперь 2 клеточки. Тут мы добавим на низ 1, 2, 3. И здесь еще 1. Ну и вот эту вот внутреннюю часть можно полностью закрашивать такие. Такие, да. Так вот мы ее закрашиваем. Глаз у нас нарисованный. Пропускаем 2 клеточки в бок. Ставим 1 клеточку. Ставим теперь здесь вторую в третью. Yeah. Добавляем еще 1 клеточку. Эту часть можно вот так вот, ну знаете, так небрежно закрасим пока что, чтобы потом все вместе закрашивать. Тут добавляем сразу 1, 2, 3, 4. Тоже так закрасим, чтобы не мучиться по 100 раз. 1, 2, 3, тут тоже 3 клеточки. Тут мы добавляем всего лишь 2 клеточки вот так вот. Тут еще 1 и тут еще 1. Вот так вот получается. Мы это все дело закрашиваем. Тщательно, хорошо закрашиваем прям, чтобы было классно, чтобы было круто, чтобы было крутотенчество. Так, это есть, ребята. И у нас теперь мы переходим ко второму позиции, как третий или четвертый, или пятый, или шестой, или седьмой. Мы рисуем сейчас ему ротямбас, рот. Так, чё, где мы его приступим рисовать? А мы его приступим, наверное-таки, скорее всего, рисовать и снизу. Вот здесь вот, примером, мы будем рисовать его. Вот здесь идет одна клеточка вот эта вот. Мы поднимаемся наверх и ставим тут 1, 2, 3, 4. 4 клеточки здесь ставим. Вот так вот их закрашиваем здесь. Кстати, если так оставить просто вот эту полосу, выглядит тоже прикольный рот, да? Почему бы и нет? Так, тут добавляем 1 клетку. Тут с этой стороны тоже 1 клетку. Тут добавим наверх 2 клетка. Тут тоже будет 2 клетка. Или 2 клетки, или 2 клетчатки. Тут добавляем еще 1 клетку. И тут добавляем еще 1 клетку. И соединяем вот эту вот часть. Смотрите, он улыбается, ему нравится то, что мы рисуем. Тут добавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Их можно было не считать, но я их посчитал, поэтому... Извините! Так, это есть. И посередине ставим такую полосочку просто. Можно и на клетках, можно и не с клетками. Кстати, давайте ему добавим, наверное, еще здесь тоже такую небольшую полосу. И тут тоже небольшую полосу. Так сказать, чтобы выглядели типа зубы тут идут у нас. А, у меня рука заболела почему-то. Так, ладно, мы берем теперь фиолетовый цвет. Хотя, тут у него волосы будут фиолетовые идти, да? И поэтому берем фиолетовый цвет, да, естественно, что не так. Так, закрашиваем вот эту часть. Хорошенечко, так это есть. Теперь вот эту часть тоже закрашиваем. Тоже ее хорошенечко закрашиваем так вот. Так, теперь мы закрашиваем вот эту часть. Всю полностью его, так сказать, волос. Так, вот отлично, здесь отлично. В этой части тоже прокрашиваем. И практически все. Да, ребята, у него идет бледная часть лица. Очень таки бледная, поэтому если вы хотите, можете не разукрашивать. Но если хотите, вы можете взять либо прям такой светло-розовый цвет карандаша, либо фиолетовый цвет карандаша. Знаете, такой прям очень бледный светлый цвет карандаша. Либо очень прям светло-серый цвет. Или же просто, как я беру, такой более между фиолетовым и серым цветом, потому что у него очень бледная часть лица идет. Но, если что, вы можете таким образом его оставить. И почему бы и нет, тоже выглядит прикольно. Но я просто добавляю цвет, чтобы оно выглядело еще более насыщенно. Более, так сказать, аппетитно. Так сказать, вкусно. И кто проголодался? Ладно, в общем, закрашиваем его, ребят. Кстати, кто тоже голодный, то ставь локус. И у нас получается вот такой вот крутотейший классный Мортис. Выглядит он просто нереально-таки круто и нереально-таки классно. Поэтому, ребята, всем советую его нарисовать, советую его приобрести, так сказать, и нарисовать свою коллекцию. Ну, а на этом все, ребята. Всем пока, до скорой встречи. Скоро ждите новых крутых рисуночков. Обязательно. Они будут выходить скоро гораздо-таки почаще, чем бывалые времена. А также не пропустите на моем втором канале, потому что Пиксели скоро выйдет тоже видосик. Его уже буквально вот примерно пару дней, там, может быть, со следующей недели он уже будет работать, поэтому, ребят, советую туда заходить и там тоже рисовать. Ссылочка будет в описании, только примерно через неделю склацните и все. Ну, это все, ребята, всем пока и до скорой встречи. Всем пока, ребята, всем пока.